Привет, народ! Навьё подъехало! Рад вас видеть! Я не просто так сейчас стою в прихожей. Нет. Прямо сейчас я поеду к Паше Матвееву с этой топ-секрет посылкой, для того, чтобы он мне помог ее расшифровать. Прежде чем продолжить, на всякий случай убедись, что подписан на канал. Если понравилось начало, то ставь лайк и погнали. Паша уже ждет. Ну чё, ребзя, намутил я вот такой себе телефон. Будем мы делать домофон. Судовой телефон ТАСС М6. Хочу, короче, перекрасить в красный цвет ручку, почистить его, потому что здесь есть ржавчина и всякие штуки, такие коррозия. Ну, ему дофига лет уже. Мне сказали, что этот телефон вообще не использовался по назначению, он типа лежал в запасе, при этом вот успел покоцаться как-то вот здесь вот, я не знаю. И самое главное, самое сложное, в чем поможет мне Паша, это сделать всю электрику, потому что я в этом плане вообще ку-ку. Сделать, в общем, таким образом, чтобы этот телефон выполнял функцию домофона. Там кто-нибудь позвонил, да? Паша, например, подошел, алло, это у меня будет висеть, я подошел, алло, и вот так вот сделал. И все, и там дверь открывается. Потом что еще? Нужен тумблер, чтобы переводить в тихий режим. И в громкий наоборот, ну там на ночь. И все по факту. В общем, чистится металл, красится трубка и делается электрика. Так что сейчас надо разобрать. И первым делом это что сделать? Почистить хром и покрасить пластик. Потом это все собирается обратно. И туда уже все это с электрикой, но это чуть позже. Ну я думаю, надо вообще все нафиг разбирать. Ты же провод тоже хочешь менять? Да. Вот так вот внутри все это выглядит. Вот это вот все надо вычистить, чтобы это было максимально красиво. Есть два варианта. Либо выдрать всю эту конструкцию отсюда и просто из домофона сюда в трубку запихать. Либо подключить вот к этим динамикам, но это не факт, что получится. Потому что там... Может, не потянет. Ну да. Мне нравится очень звук вот этот. Буду красить вот таким баллончиком. Самое трудное, знаете что, это найти цвет, который тебе понравится. Ну и потом покрываем просто лаком. Короче, ручка, что, вот, она готова под покрас. Ее нужно шлифить. Да. Сейчас я тебе дам наждачечку мега лайтовую. Сначала 600-й, всю ее, всю вообще, всю ручку подшлифи везде. А потом 2000-й, чтобы она прям гладенькая была. Вы видите, да, что ручка такая покоцанная прям конкретно. Покрашенная трубка. Алло. Старый домофон. Новый домофон. Нормальная тема. Что делать будем-то? Мы эту трубку будем туда, вовнутрь пихать, или ты проверишь? Может быть, получится оставить оригинальную. Я просто не знаю, как это экран сделать. Блин, самый простой, конечно, способ — это поехать и сразу 4-жильный провод купить. Че, впополам херачить, да? Инженерная мысль должна присутствовать всегда и во всем. Иначе как жить по-другому? Вот видишь, вот эти два болта нужно открутить, потому что вот здесь вот эта фигнюшка держит провод прижато. Короче, ввожу в курс дела. У нас был один вот такой большой провод, из него торчало сколько? 3 провода, да? Нужно, чтобы было 4 под нашу переделку. Паша, короче, решил разрезать на 2 части провод и один достать оттуда. Но для того, чтобы запихать все в новую оплетку и сделать 4, как бы все красиво, нужно открутить болты эти советские жесткие, а они не откручиваются, да? Китайская мать. И что, надо ехать в магазин? Пипец, блин. Сгоняли в магазин, купили отвертку и все нормально.
Сейчас будет проверка связи. Ждем. Короче, мы установили телефон. Вот, Паша все сделал. Электрические дела. Звонок не идет, мы не слышим. Но при этом вот так можно открыть дверь, то есть она открывается. А еще у нас не тянут динамики, которые олдскульные. Вот, и вот это просто вот сюда ставится в заводское место. Держи. Ай, блин! Болец, козак! Ах, горячая, трындец. Все, ну-ка давай. На самом деле можно сейчас попробовать, может быть, уже будет работать. Так. Сейчас момент истины. Ну, я пойду вниз проверять, набирать, а Паша здесь будет с телефоном. Капец, не работает вызов. Динамик еще один меня. Ну, вернее. Поставить уже, да. Чик-чик-чик. Чирик. Белый, значит, элегантный. Блин, ну можно, конечно, вот так приколхозить, а потом подпаяться. Походу удалось. Сейчас посмотрим, погоди. И чё, всё, что ли? Ну не знаю, надеюсь. Блин, я сам надеюсь. Короче, опять не работает. В третий раз уже. Дверь открывается. Если ты говоришь в трубку, тебя на улице слышно, но не идет звук, когда идет вызов. Ну да. Все остальное работает. Вроде все было нормально. То есть по факту получается, если мне кто-то звонит, я могу открыть дверь, но я не слышу, кто пришел. Да. Это косяк. Давай попробуем. Ладно, сейчас пойду снова. Ну окей, все, я все собрал, звоню. Алле, здорово. Да, теперь звонит. Все, работает. И это круто. И еще остались маленькие детали. Если досмотрели до конца, красавцы, мы очень старались. Если понравилось, жми лайк. Еще раз спасибо Паше Матвееву за помощь в этом проекте. Подписывайся на канал, пиши в комментах свои впечатления. Жми на колокольчик, чтобы первым смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.